И снова всем привет, зрители и подписчики канала. Вот мы с вами спустя 6 дней, после того, как я наконец-таки прошел игру Ori and the Blind Forest, или же Ori и Слепой Лес, наконец-таки возвращаюсь к прохождению игры Наследие Кейна. Давно я уже ж не играл, да, 6 дней, как я уже выше сказал. Так, сейчас вспомним управление. Так, ходьба. Так, настройки, меню, все вспомнил. Так, ну отлично. Все у нас отлично. И как мы помним, мы остановились на том, что обошли замок этого Вородора и приблизились к нему самому. Если он, конечно, сейчас находится здесь. Но если он здесь, то давайте с ним побеседуем. В стенах этого темного леса я нашел нечто худшее, чем сам ад. Видение того, чем я начал становиться. Не часто я вижу таких, как мы. Особенно таких юных и глупых, как ты. А теперь пей, пей до дна, и храни свой дар. Дар. Воридор говорил о моем проклятии, как о благословении. Говорил, что мы боги, что смертные предлагают нам свою кровь в жертву, чтобы мы становились еще сильнее. Но потом, глубоко внутри своей новой сущности, я понял, что он был прав, что кошмары смертных — это молитвы. Молитвы, обращенные к нам. Молитвы о силе. Я сделал глоток, пока этот старый глупец бормотал о своем прошлом. Скучнейшая история о том, как он победил Серафима Малика и отомстил Кругу Девяти за то, что они поддерживали священную войну против вампиров. Малик! 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 Малек! Зовите своих псов! Пусть они устроят пир на ваших трупах! После того, как я убил 6 овец, я победил их жалкого пастуха Малика. С тех пор такие, как мы, не лезли в дела людей. И я советую тебе поступать так же. Вмешиваться в людские дела ни к чему хорошему не приведет. И даже серафимы, что погубили многих из нас, не стоили этого. Ты понял меня, Каин? Хорошо. Возьми это кольцо. Когда тебе будет нужна помощь, оно вызовет меня. Несмотря на свою юношескую нетерпеливость, ты нравишься мне, Каин. Было бы жаль потерять такого, как ты. А теперь уходи. Вот, собственно, и побеседовали. И что мы узнали из разговора с Вородором? А то, что в
вроде как мы должны его будем призвать, дабы он нам помог уничтожить этого Малика. Как-то так. Моя встреча с Вородором только усилила мою решимость. Его сила, которой не была равной среди простых смертных, не помогла ему в борьбе со своим врагом. Смерть унесла с собой много великих воинов. Да. Ну что ж, поговорили, можно и уходить. Путь нам открыт. Как пожелаете. Так, и что теперь? Ну, допустим. Здрасте. Кстати. Ага, он и телепорт. Ну, к нему и следуем, наверное. Так, контроль разума нам пока не нужен. Контроль разума нам не нужен. Так, молния. Да умришь ты! О, прошу, помогите мне! Извини, я пока не голоден. Гори! О, у нас наверху есть магия! Бей, Фикса! Я ее походу не возьму, да? Ведь я ж не знаю всех секретов. И как попасть туда? Хотя... Да ну и ладно. Подумаешь, пропущу одну. Я пока на магию не жалуюсь. Фух, отлично. Ну что ж, нам позволяют сохраниться после беседы. Хотя, если честно, я думал, что будет, ну, немножко подеремся с ним, но нет. Но нет. Мы просто побеседовали с ним. Только и всего. Только и всего. Аж скучно, однако. Я покинул это место, отчетливо понимая, в какое чудовище я могу превратиться, если позволю моему проклятию превозмочь меня. Но теперь у меня был новый союзник. Отлично. Есть. Открыли пункт телепортации. Вот это действительно хорошо. Возможно, пригодится. Значит так, с Вородором поговорили. Малика теперь мы, наверное, сможем одолеть с помощью силы Вородора. Хотя, кто знает, да. Так, дерево, ты меня пропустишь? Или мне обязательно нужно туманом стать, дабы пройти? Да ну. Вы серьезно? Так, огонь его не берет. Так, а что же у нас рубит дерево? Так. Доспехи Хал, меч, топор. Топор, доспехи кость, топор. Топор. Так. О, отлично. Все, братиш, успокойся. Топор, меч, доспех, меч пламени. Так, что нам поведает эта метка? У истоков мира стоит Великая Троица, Каин. Заговор, с целью которого является полное изменение мира. Север, вот где находится твой заклятый враг. Ясно. Значит, как обычно, двигаемся на глобальный север. Так, интересно,
чтобы мне сюда пойти, то думаю, тут тоже должно что-то интересное быть. Так что пропускать домики, думаю, не стоит. Ну и ладно. Так, здесь нам понадобится сила волка. Так что... Братишки, я вижу, вы меня ждете. Ну, отлично. Бежим, 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 бежим. Так, тут у нас камушки, которые мы можем передвигать. Ой, ладно. Пока они мне не нужны, я иду в город. Итак, куда мы попали? Вроде бы снова в таверну. Так, ребята, ребята, ну давайте жить дружно, пожалуйста. Я не собираюсь с вами воевать. Хотя, кто знает. Так, ну тут ничего полезного нет. Девчуля сама виновата. Я тебя не трогал. Так, с эти пока бездействуют, просто бродят. Ну и ладно. В ходе моих странствий мне многое удалось узнать о Янусе Одрине. Здесь, в этой красивой и плодородной деревне Уштенхайм, на свет появился этот заклятый враг. Янус грабил своих крестьян, пока в конечном счете не был пойман и казнен. Ясно, спасибо за информацию. Так, ну а тут у нас что? Пивнушка? Ну, походу. Как обычно, никаких подземелий. Ну ладно. Опа-на, стоп. Чуть не проморгал сердечко. Так. Нам осталось еще посетить одно, два, три здания. Еще три здания. Вот первое. Так, какие-то кнопочки здесь есть. Девчуля, уйди. Не мешай. Так, эта дверь закрыта. Как ее открыть, я пока не знаю. Возможно, нужно всех поубивать. Возможно, нет. Не пускают, ну и ладно. Тогда в комментах напишите, было ли что-нибудь за той дверью интересного. Или же ничего такого. Ради чего стоило бы обратить внимание. А здесь у нас, как обычно, ничего. Печально даже. Так, клетка. Кто в клетке? Тишина в ответ. Хорошо, и последний. Ну а здесь тоже для нас ничего вкусненького не оставили. Да. Печаль, беда. Ну ладно, зато у нас теперь душа спокойная, мы все посетили. Так что становимся по-быстренькому волком. Дабы быстрее добежать до нашей следующей цели. Так, опять камни. О, фух, смогли пройти мимо этого дерева. Так, ну вот мы и на севере. Итак, на севере нас ждут две пещеры и путь налево, да? Хорошо.
Воу. Прикольно. Так, облако. Хорош, хорош, облако. Да ё-моё. Так, хорош, становимся самим собой. Гори, ясно. Отлично. Осталось разобраться только с этой ядовитой падалью. А чё ж ты не горишь? Как ж тебя сжечь? Блин, не помню. А ну хотя это нам этого делать-то особо не надо. Бедное тело было изуродовано до неузнаваемости. Только подумать, что когда-то оно было человеком. Да, я тоже в шоке от этого. Так. Ты ж, блин, во все стороны пускает свои иглы. Эта магия тьмы сотворила весьма загадочных существ. Они являются наполовину насекомыми, наполовину млекопитающими. Их тела принимают самые невиданные формы. И мне остается только восхищаться гением их творца. Зашибись, я отравлен. А ё-моё, ты будешь сжигаться или нет? Ну, наконец-то. Фу. Не хочешь? Меч пламени, топор. Заставим. Так, снова топор, берем. Меч пламени. Меч пламени, так. Кровавый ливень. Нам нужно подлечиться. Противоядие. Пантал противоядие. Так, противоядие поставим. Противоядие. Вот так вот. Так, где у нас противоядие? Нет, не то. А вот. Так, отлично. Я снова в порядке. Фу. Кровь веков так сладка. Иди и пей ее из нас. Хорошо. Что вы мне дадите на этот раз? Твоя магическая энергия восстанавливается быстрее, ибо наша кровь очаровывает. Спасибо. Пригодится. Ой-ё, опять вы. Плеваки. Опять топор. Противоядие. Опять топор. Меч топор. Ого. Куда это я попал? Противоядие. Топор. Меч пламени. Что-то мне это место не особо нравится. Оно небольшое, на удивление. Так, форма духа нам поможет здесь пройти? Нет. Без вреда, походу, никак. Отдыхай. Так, спасибо за противоядие. Я теперь вижу, что оно мне очень... Да ё-моё. Оно мне... Так, кто меня только что? Так, и у нас там тоже противоядие, да? Да ну и фиг с вами, вот ради противоядия так мучиться.
если бы здесь какие-то артефакты были. Хотя я думаю, броня хаоса и меч пламени — это самое лучшее, что есть в данной игре. Хотя я могу и ошибаться. Хорошо, две пещеры мы посетили. Теперь можно смело идти налево. А дабы это было быстрее. Все, валим, 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 валим. Да вы шутите. А, фу. Фу. Смогли проскочить мимо этих деревьев. Бежим, братюнь, бежим. Отлично. Что у нас здесь? Итак, внизу у нас закрытые ворота и пещера. Вверху особо ничего. Ну и, собственно, путь лежит наш опять на север. Земли, погруженные в хаос, это как нельзя точно описывает рай тьмы. Сад ужаса, наполненный самыми отвратительными творениями природы, которые только возможно представить. Я знал, что этот рай тьмы, в который я вторгся, будет продолжать расти, пока весь северный год не будет поглощен. Не переживай, братиш, все мы очистим от всей этой скверны. Все у нас будет отлично. Ладно, давайте пока побегаем с топорами этими двумя. Как я вижу, топоры нам эти просто сейчас необходимы. Так, стопэ. Стопэ, что-то я так сразу побежал. Так, а мы можем ворот... Так, так. Ты же не можешь камень этот сдвинуть? Да вы что, издеваетесь? Я не могу атаковать этих. О, да вы шутите. Так, топор, хорошо. Меч пламени. Оружие. О! Это сам что ли слег? Красавчик. Нет, камень никак не двигается. Печаль, беда. Печаль, беда. Хорошо, побежали. Так, ладно. Так, опять нам придется остановиться за собой. Меч, топор. Силы магии охватывали все вокруг. Я видел, как купола энергии увеличивались, поглощались и воссоздавались, поглощая все живое и оставляя за собой только жалкие останки. Спасибо за урок. Лекция была познавательная. Так, давайте, братюни, все ко мне, все ко мне. А теперь дайте убежать. Молодцы. А вы отличная публика. И куда мне? Так, тут пусто. Ну, значит, на север бить очередного противника. Так, извини, не до тебя. Не до тебя мне сейчас. Есть более важные дела. О, ох ты ж, куда я попал? Итак, слева я вижу, у нас особо ничего нет. Так, одни развалины, и все. Одни сплошные развалины. Ага, так, ну и путь типа наверх, да? Или я ошибаюсь? Мне удалось пройти через стену. Похоже, магия причиняет зло только тому, что живо и чисто. Или, возможно, она просто посчитала, что я достаточно грешен. Так, ну вас. Топор, меч пламени. Спасибо за кровушку. Ну,
ничего особенного здесь нет. Да ну сгоришь ты дотла. Спасибо. Это все, что я хотел. Так, а теперь дайте мне спокойно исследовать, что у нас находится здесь. Так, спасибо со карточки, со способностью. Но я лучше воспользуюсь магией. Она более мне больше нравится. Так. Успел спалить. Всего 3 удара. И противника нет. Именно этого типа. Хорошо, запомню. Отлично. Как же меня здесь любят, а? Раз, да давай же. Я тебя уничтожу все равно. Я свои обещания всегда выполняю. Ну, или почти всегда. Ну, не важно. Да ну хорош. А на магию нужно 4 выстрела, дабы убить это существо. Ну ясно. Но в итоге, куда же мне топать? Там лава, через нее особо не побегаешь. Если честно, я хз. Хотя есть одна мысля. Не факт, что сработает, но есть одна мысля. Так, насчет человека. У нас же есть способность. Контроль. О! То, что я и хотел сделать. Так, еще какие-то рычаги есть. Тихо. А, убили все-таки. Какие вы нехорошие. Тихо. Раз, два, три, четыре. Фух. Ладно. Бегаемся дальше. Так, ну... С вершины небес на мои плечи падали слезы ангела, превращаясь в будущее пламя. Зашибись, и что теперь? Не, ну это классно, да, согласен. Так а что мне делать-то? Подсказки дайте, что делать? Какую способность использовать? Как дальше пройти? Людей я не вижу, чтобы подчинить себе. Люди, ау. Да, походу здесь людей больше нет. И что мне прикажете, спрятаться куда-нибудь? Делать.
бежать обратно, это вряд ли хорошая идея. Да и толку от нее особо-то нет. Я здесь все, что мог, расчистил, все осмотрел. Никаких рычагов и тому подобного здесь я не наблюдаю. О, братишка, я рад тебя видеть. Ты не поверишь. Просто сейчас. Вот, теперь можем спокойно двигаться дальше. Ай-яй-яй. Подлечимся. Так, мне снова нужен человек. Человек, подойди, пожалуйста. Очень надо, так не то. О. Человек. Спасибо. Фу, ну наконец-то. Справились. Так, пещера, пещера, пещера. Так, мы попали в пещеру. Это хорошо. И в пещере у нас есть сейф. Что хорошо вдвойне. Но давайте же посмотрим, что у нас тут. Ого. Красивая башенка. Ничего не скажешь. Посреди лавы. Архитектор свое дело знает.